Сразу с выводом наверх игрока. Смотрите, какая расстановка интересная ЦСКА. При этом розыгрыш Голдобин на синей линии. И опять он кормит синюю линию. Дальше не получается. И уже подбор здесь у ворот. Хорошая игра с голкипером. Евгений. Ну все. Хорошая игра была, да сплыла. Евгений Аликин здесь ничего не смог поделать. Шайба первая в воротах Амура. Слепышев со своей привычной позиции из левого круга вбрасывания бросил в касание. Но Коростелев шайбу добил. Причем за несколько секунд до этого у Коростелева еще одна возможность была для того, чтобы отличиться. Тогда забить не удалось. Ну и здесь отмечаем, что Сергеенко проигрывает борьбу Коростелева. На пятачке вроде бы рядом находился. Вроде бы и клюшку Коростелева контролировал, но в нужный момент не сумел ее поднять.